мы на Барнаульском мосту. Это отдых уже для нас. Вот. Сегодня 22 декабря 2021 года. Вот и как раз сестра Елена Павловна. Вот так. Спрашивала, где написано Барнаул. Если на ту сторону посмотреть, там видно, где Барнаул. Вот оно. Огромные буквы, там раза в три больше роста человечества. Тоже храм на бывшем кладбище. Ну а тут это вот, вот видно, это Знаменский монастырь. Ну а тут дальше видать, что какие красоты. Речной порт. Вот какие здесь, какие корабли, бриг написано. Вот так. А вон где, вон видно, нет красная труба. На Барнаул надпись, смотри. Около домов. Да. Вот это она прямо недалеко от нас. А, точно, точно. Вот мы сейчас пойдем туда, вот и дойдем до него. Угу. Прям, ну, от нас совсем недалеко. Да. А там элеватор или что-то такое? Да, это элеватор. Да. Это вот элеватор, правильно ты сказала. Вот это вот элеватор. Хорошее учреждение. А вот там, сейчас подойдем, и будет видно. Покровский собор. Мы идем здесь, дорога такая, то есть снег и все это растаяло. А я пошел в валенках, не выпал в валенках. Там еще крутой. А тут раньше нельзя было пройти. И вот здесь какие города как завоевывали. Вот 40, Братислава. Вот это вот, здесь все равно написано Братислава. А здесь заканчивается война. С той стороны, наоборот, как начиналось, и все написано на столбах. Хотели тут сняли, у меня руки замерзли уже. А, там идти, там вода. Ну как мы с краешком пройдем. О, матушка, вот. Машина, машина, машина. Трехрядная. Здесь три ряда. На той стороне три ряда. Какое сооружение, какая красота. И гора, вот как разгладили там все это идти. Ниже взять, смотри, как загорожено. То есть умеют строить. Все. Похоже, полный рост и дом. Вот она как пришла. Видишь как? Не замерзла? Ну вот мы сегодня решили с ней сходить. Сегодня среда. Вот мы всадили на мост. И вот чисто. Вот сюда надо еще поближе отойти. Вот так, хорошо. Так, смотри. Вот сейчас он снег, мост. Который я не видела давно. Вот такой мост. Сколько мы были где? Вот здесь вот Берлин. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вон где мы были, шестой. Вон где флажок висит. Вон вверху, вон тот. Да-да. Да-да-да. Вот оттуда мы дошли и вернулись. Ну там я воронки промочил. И вот смотрите, как, какие здесь сделаны купола. Вот эта дорога-то, посмотри, какая. Это вообще
шикарно. Вот он был. Ой-ой-ой. Сейчас я не понимаю. Так, проходи, куда я? За тобой. Улица Промышленная. На Колонянской идет. Проспект Ленина. Ленина. Он назывался Московский. Видишь, когда люди заходят, дальше не идут. Ну так. А мы дальше были, прошли. Тут велосипед, наверное, дают кататься на миссии. Деньги заплати. А вон там, видно, краны стоят. Краны. А это вот такие дома, это красивые бригантины. О, будет вспоминать Елену. Приедет, Михаилу расскажет, где она была. Где ее тень прошла? Тень идет. Я иду, он меня видно, что я с этим, с прибором. Какой бордюр-то сделан, из каких камней, вон, посмотри. А, вон, посмотри, какой бордюр. Пойдем мы. Ага. Вот, эта стена называется бордюр. Да, каменный. Ну все на этом.